Всем привет, меня зовут Лера, и вы на моем канале про моду и выгодные покупки. Основная рубрика моего канала – это покупки с AliExpress, и, конечно же, это видео сейчас будет именно таким. Я вам буду стараться быстро, но информативно показывать свои последние покупки. Будет распаковка, близкие детали, чтобы вы оценили качество, а не только верили моим словам. И, конечно же, примерку на себе я тоже покажу, плюс покажу еще, как нам демонстрирует эту вещь продавец. Можно будет составить свое впечатление из разряда ожидания и реальность. Надеюсь, вам понравится это видео. Не забывайте лайкать, не забывайте подписываться на канал, если вы вдруг не подписаны. Ну а теперь мы начинаем. И начнем сегодня с пижамы и 100% вискозы. И эта пижама в магазине представлена в 17 расцветках. Есть варианты, кстати, и с шортами, и рубашкой с коротким рукавом. Кстати, такую пижаму я вам уже показывала, но в другой расцветке, и короткую с шортами тоже показывала. Оба варианта очень комфортные и мной любимые. Собственно говоря, поэтому была куплена еще одна. Пижама представлена в магазине в 5 цветах, у них комфортная резинка, и сама по себе пижама очень легкая. Материал 100% вискоза, очень приятный тактильно. Себе я заказала размер XL, так как я люблю посвободнее одежду для сна. И стираю пижамы из вискозы я при температуре 30 градусов, тогда они не садятся. А в следующей посылке стильные лоферы из натуральной кожи. Магазин Bow Today. Лоферы представлены в магазине в 3 цветах и в 6 размерах, подойдут на стопу от 22 до 25 сантиметров. Они легкие, вес 1,385 грамм, соответственно, в моем размере. Верхний материал коровья кожа с благородным блеском. Подкладка и стелька тоже из натуральной кожи. Подошва из материала Эва. Максимальная высота в районе каблука около 5 сантиметров. И из интересных деталей это вот такой вот прямоугольный декоративный элемент с лого. Выполнены лоферы качественно, в целом, как всегда в этом магазине. Себе я заказала размер 8,5, на мою стопу 24,7, среднего объема. Размер подошел хорошо. И хочу напомнить, что в описании под этим видео есть все ссылки на вещи, которые я сегодня показываю. И есть также там промокоды на скидку. Поэтому обязательно заглядывайте, чтобы шопинг был максимально выгодным. Еще одна пара обуви в сегодняшней распаковке, тоже магазин Bow Today. И на этот раз это кеды из натуральной кожи. Эти кеды в магазине представлены в 4 цветах. Бежевые, как у меня, черные, хаки и трендовый красный. Размерная сетка состоит из 6 размеров, подойдут на стопу от 22 до 25 сантиметров. Вес 1,440 грамм в моем размере. Верхний материал это коровья кожа, внутри тканевая подкладка. Стелька, кстати, выполнена тоже из натуральной кожи. Резиновая подошва, высота которой около 3 сантиметров. И думаю, вы уже заметили, что она прекрасно гнется. С внутренней стороны есть 2 сквозных отверстия, которые оформлены люверсами. Думаю, это все-таки сделано для того, чтобы нога лучше дышала в такой обуви. Себе я заказала размер 8,5 и все прекрасно подошло. Следующее, что хочу показать, это джинсовая бейсболка. Она тоже из магазина Bow Today, качество хорошее. Она представлена в магазине в 3 цветах, подойдет на голову размером 56-60 сантиметров. Выполнена из 100% хлопка. Есть декоративные дырочки, потертости, размахленные участки. Но, кстати, дырочки не сквозные, то есть это двойной материал. Регулируется с помощью кожного ремешка. Он достаточно длинный и не прячется вовнутрь бейсболки. Думаю, можно его укоротить вручную, чтобы не болталась большая часть. На видео я, кстати, ее загнула. Для того, чтобы ваш шопинг был максимально выгодный на AliExpress, предлагаю подписаться на мой телеграм-канал. Ссылочка будет в инфобоксе, потому что именно в телеграме я делюсь самой оперативной информацией по скидкам, купонам, промокодам, акциям, распродажам и так далее. К сожалению, вынести эту информацию в видео не всегда получается, потому что скидки появляются по щелчку пальцев. И чаще всего предугадать, будет ли какая-то скидка, будут ли какие-то
какие-то промокоды, не получается. Вижу промокод, делюсь с вами. И, соответственно, если вы подписаны на мой телеграм-канал, то вы тоже видите этот промокод и можете воспользоваться. И тогда покупки на AliExpress получаются более выгодными. Сейчас покажу очень качественное нижнее белье, именно кружевной бюстгальтер из магазина Добрева. Уж простите, если я как-то неправильно произнесла название магазина. Бюстгальтер представлен в 6 цветах и в большом количестве размеров. Мы отдельно выбираем обхват и отдельно размер чашки. Белье комфортное, выполнено очень качественно и соответствует размерной таблице. Хорошо держит форму, не добавляет лишнего объема и не плющит грудь. Следующая вещь — это боди с глубоким вырезом. Представлен в магазине в 9 цветах, есть прямо из чего выбрать. Размерная сетка состоит из 3 размеров. Здесь у нас двойной материал по всему изделию, а не только в передней части, и металлические кнопки. Состав материала, указанный на бирке, 58,9% хлопок, остальное полиэстер. Тактильно я не чувствую хлопок, материал упругий. Себе я заказала боди в размере L. Оно подойдет скорее невысоким девушкам, потому что даже на мой рост тянет в длину. Ну и в целом это боди оказалось мне маловато. А следующая вещь — это джинсовые шорты на резинке. И вот они мне прям понравились. И по размеру, кстати, подошли. Себе я заказала джинсы в черном цвете, но они представлены в магазине в 3 цветах. Там есть еще 2 варианта синего. Размерная сетка состоит из 3 размеров. И что мне особенно понравилось, эти джинсы на резинке. Резинка расположена на спинке. Плюс тут есть дополнительные ремешки для корректировки талии или декора. И дополнительные пуговички. У шорт хорошая городская длина и фурнитура под никель. Состав материала 93,6% это хлопок, 4,7% это вискоза и 1,7% это полиэфирное волокно. Материал средней плотности, не тянется. Себе я заказала шорты в размере M, они сели хорошо и, кстати, они еще не слишком широкие. Мои параметры 91, 65, 93 и рост 1,68 м, всегда их дублирую в инфобоксе. А теперь покажу вам хлопковое платье с вышивкой. Оно в магазине представлено в 4 размерах, рукава у него на резинки, шнурок, пояс идет в комплекте. Кстати, такие пояса в виде шнурков в этом сезоне очень актуальны. Подкладка на тонких лямках, верхний материал с дырочками и вышивкой, декор еще есть дополнительный кружевом, пластиковые пуговицы, состав материала и верха, и низа 100% хлопок. Но есть пара нюансов. Подкладка в обхвате прилично меньше основного материала, а параметры в размерной таблице, видимо, указаны по верхнему материалу. И в моем случае подкладка сидит достаточно плотненько на мне. Да и в целом вообще хотелось бы размер побольше, потому что рукава прям коротковаты сильно. И хочется, конечно, больше объема. Себе я платье заказывала в размере M. Еще одна вещь, которую я сегодня покажу, это свитшот с бахромой. Он в магазине представлен в 3 размерах. Можно сказать, что он немного укороченный, нет резинки по нижнему краю, бахрома в виде плавной галочки расположена. Сама бахрома задекорирована металлическими полубусинами, они приклеены, издалека вообще кажется, что это какие-то стразы. Бахрома, кстати, пришла такая помятая, но если у вас есть отпариватель, этот момент, точнее, эта проблемка решается просто в пару секунд. И свитшот внутри с начесом. Состав материала на бирке указано, что это 100% хлопок, но, если честно, не похоже. В лучшем случае смесовый, с синтетикой состав и материал средней плотности. Себе я заказала размер M, он мне подошел. И покажу немного украшений. Первое — это крупные серьги в такой цветочной тематике. Размер 5,5 сантиметра на 4. Серьги, конечно, не невесомые, но и тяжелыми я бы их тоже не назвала. Мне нравится, как они смотрятся. Это вроде бы и цветок, но при этом не полностью, как будто только лепесточки. Я эти серьги покупала в разделе единой цены. И, кстати, следующее украшение — браслет — тоже покупала в этом же разделе. Браслет стильный, массивный, представлен в магазине в 2 цветах, выполнен как бы из мятого металла. Можно немного его разогнуть или согнуть, приложив усилия. И сам браслет тяжеленький, вес комфортный, но чувствуется. Мне нравится, как он смотрится на рукавах и как смотрится просто на руке. Но он небольшой в обхвате, поэтому лучше подойдет на узкое запястье. На сегодня это все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Буду рада, кстати, узнать, что больше всего из сегодняшней распаковки вам понравилось. Пишите в комментариях. Ну а сейчас пока-пока, до новых встреч. Увидимся.